стыдно признаться, но я не знала, что такое шейкер. Вот такой шейкер мне пришел. Я не знала, как к нему подойти, когда я его открутила. Там много всяких штучек, я сейчас покажу. Короче, когда я его открыла, тут оказалось вот это. Я думала, куда это? То ли это вытаскивать, то ли это оставить здесь. Потом вот такая штучка была. Потом еще какой-то стаканчик. Господи, как же это все сделать, это, что это правильно работало, оказывается. Это вот так вот сюда делается, прикручивается. Оказывается, это таблетница, то есть это для витаминок разных. Вот сюда вниз, раз так, и все. А эта штучка для хранения вот, вот этого венчика. Этот венчик кладется вот сюда. Вот сюда кладется, здесь это можно прикручивать, можно не прикручивать. Все, это сюда коктейль насыпается, закрывается и взбалтывается. Как у меня завтра получается, я добавляю сюда шоколадную печеньку ложку и ложку, две ложки клубничного коктейля протеинового. Все, сюда водичку добавляю. Холодной водички, можно тепленькой еще. Ну, половинка где-то, стаканчиком столько. Вот это мой полноценный завтрак. Я еще перемешиваю, немножко перемешать, чтобы... Так лучше будет, она не будет липнуть вот на эту железный венчик. И кладу туда его, закручиваю и взбалтываю. Венчик там сбивает все, оказывается, это. Вот так вот все просто. Один раз я забыла закрыть крышечку, у меня все выплескалось.